Миша, третья победа подряд у Falcons, и я вас с этим только поздравляю. Можно сказать, что игра у Falcons сильно улучшилась. Что вы поменяли в игре? Я не могу сказать, что раньше мы играли плохо, просто не хватало какой-то концентрации. И то, что мы улучшили, это вот концентрацию. Каждый стал играть и выполнять то задание, которое мы обсуждаем перед игрой. И думаю, это и помогло нам выступить успешно на этом выезде. После прошлого плей-офф, да, где вот вы подряд проигрывали, в этом плей-офф следующем вы уже проявите себя иначе. Но перед нами предстанет другой Falcons совсем. Я не могу сказать, что плей-офф мы проиграли как бы в одни ворота. Все три игры со Львами были очень плотные и конкурентные. Первая и вовсе была, закончилась ничейным результатом в основное время. Вот. Да, у нас сейчас хороший ход набрала команда. Если мы его сохраним до плей-офф, я думаю, что будут шансы побороться. А что скажешь по новым игрокам? У нас сегодня дебютировали 4 человека. Сергей Крючков в защите, Давид в нападении и еще три человека, и Вениамин Кондрашов. Все ребята молодцы, позабивали шайб, очень помогли, играли в целом компактно и правильно. Большой нашей проблемой сегодня стало обильное количество удалений, и с этим нужно, конечно, нам подумать, поработать, потому что нас это сильно изматывает и тяжело играть, когда много играем в меньшинстве. Ну и невозможно не отметить Сурканова на этих выходных, прям стена. Да, Денис молодец, он играет, получается, вообще впервые в регулярном чемпионате, если я не ошибаюсь. До этого он играл только плей-офф, и, конечно, он большая наша палочка-выручалочка в таких непростых матчах. Что скажет Денис Сурканов, он будет уже до конца чемпионата в воротах стоять? Я не знаю, как сложится ситуация, не готов ответить просто потому, что сам не знаю, не потому, что секрет, а потому, что не готов, не знаю.